В Москву вернулись российские гимнастки, которые на чемпионате Европы в Гвадалахаре выиграли 7 золотых медалей и доказали, в художественной гимнастике нашей стране равных по-прежнему нет. Вот такой прием ждал девушек в аэропорту Шереметьево. Аплодисменты заслуженные. Они летели в Испанию только за победы и своего добились. Мастерство, техника, артистизм – это все есть в арсенале наших спортсменок. В самом сложном и престижном виде – многоборье, золото и серебро – поделили между собой родные сестры – 19-летняя Арина и Дина Аверины. Дина выступала с травмой, но даже при этом оставила иностранных соперниц позади. Не было сложно выступать в плане, что я не думала ни о ком, с кем надо соревноваться, какие мне надо получить баллы, чтобы занять первое место. Я просто боролась сама с собой. Так сложилось, что я вообще не должна была там выступать. Ну, как бы, да, у меня была травма. Конечно, не все получилось, но я рада, что я не так сильно подвела Россию. У сестер Авериных уже растет достойная смена. Наши юниорки привезли из Испании 4 золотые медали. Их время настанет через пару лет. А у первого состава сборной ближайшая цель – сентябрьский чемпионат мира в Болгарии.